Самаре пройдет летний фестиваль «Джаз в Струковском». Это 3 открытых концерта для жителей и гостей города, посвященных празднованию 2 юбилейных дат – 100 лет российскому джазу и 60 лет джаза в Самаре. Фестиваль познакомит зрителей с самарскими артистами и приглашенными гостями, расскажет об истории джаза и знаковых датах. Первый концерт пройдет 26 июня на сцене Летнего театра Струковского сада. Начало программы в 16 часов, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Сотрудники отдела опеки промышленного района совместно с представителями комплексного центра соцобслуживания Самарского округа провели семинар «Опекаемая семья в руках профессионалов» для замещающих родителей. Детально разъясняли вопросы защиты имущественных прав подопечных и нормы их поведения. Специалисты ознакомили опекунов с признаками девиантного поведения и подробно рассказали о важности раннего выявления и ранней профилактики подростковой наркомании. Родильный дом Самарской городской больницы номер 10 открыл свои двери для пациентов. Об этом пишет администрация Куйбышевского района. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, применяются методы сберегающих перинатальных технологий, имеется возможность проведения партнерских родов. Прием и лечение пациентов ведут опытные специалисты. Администрация Красноглинского района Самары приглашает жителей на бесплатные тренировки. На территории района работают специалисты по физкультуре и спорту. Занятия проходят на вертолетной площадке, в сквере Кузнецова, на стадионе «Салют» и других территориях. Ссылку на список можно найти в телеграм-канале администрации района.